Вниз, вот вам вниз, вниз. Вниз, 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 вниз. Пусть загорается. Не то ли пальцы сидят. Зеленая трава вот это не будет гореть? Нет. Круто. Лукомир борода зажигает города. Смотри сюда. Каждого вот ребенка я вот оцениваю как какой-то свой мини-проект. И когда вот ты видишь, как ну что-то у него получается, что-то получается бить какие-то удары лучше, там какой-то маваши крутой, ты как все это принимаешь на свой счет, и тебе ну нереально круто, такие эмоции, которые не передать вообще словами, ты. Ты думаешь постоянно, там ложишься спать, думаешь так, этому нужно то, этому это, и постоянно всегда в голове такая какая-то сумбур, как бы улучшить достижение того или иного спортсмена, в общем. Поэтому это тренерство, мне кажется, это то, чем я должен был заниматься и занимаюсь, и это очень интересно, в общем, для меня. Все, выехали мы из Орявчика, заехали в город Стрый. Посетили музей Степана Бандеры, он тут жил, вот. А вот сейчас остановились возле школы, в которой учился Степан Бандера. Тут есть мемориальная табличка. Судя по улочкам, приятный такой городок. Но мы долго здесь задерживаться не будем. Нас ждет долгая дорога в Николаев. Ужасное жарище. Мы приехали, как называется он? Теребовлю. Мы приехали в Теребовлю, в замок Теребовлянский, Тернопольская область. Погода вообще не щадит. Это мы в Карпатах сидели. Там-то утром прохладненько, вечером прохладненько, днем как-то ну, более-менее сносно. А сейчас вот едем. Кондиционер вообще не спасает. Окна открываешь, воздух горячий. Вот кое-как доехали, блин. Еще дороги вот такие трясет, колбасит. Женька вообще всю дорогу спит, голова болит. Доехали до замка. Тут еще подняться на него надо. Зато видок. Ничего такой. Симпатичный. Вот это получается, что я на крыше этого замка стою. Вот тут еще что есть. Снаружи выглядит даже эффектнее, чем внутри. Он такой как-то возвышается, такой величественный. А тут получается вот поле. Стену замка. Памятник тут есть еще.
Там какие-то лавочки стоят. И зеленый театр. Ого. Смотрите, как классно лавочки стоят. И сцена. На улице типа жарко, мы нашли детское кафе в Серебовле. Заказали себе всяких фруктовых салатов и молочного коктейля. Ждем. Бегают куры, мы их распугали немножко. Вот они, от страха нам яичко снесли. Всем привет, с вами я, Любомир Борода, и это город Хмельницкий. Мы приехали вчера, уставшие, вечером сюда. Вот, уже не стали нигде гулять, вписались в гостиницу, поели и стали отдыхать. Гостиница называется «Отель Центральный», очень такая даже ничего, недорого, с завтраком, ну, собственно, помыться, где есть, кондиционер, вроде такие незасранные номера. В общем, нам понравилось. Утром позавтракали, сейчас пройдемся по городу этому немножко в центре. И поедем в Винницу. Исторические памятники Хмельницкого обозначены вот таким вот такими табличками, обозначены табличками с QR-кодами. А такое уже несколько раз замечал в разных городах Украины. В Николаеве такого пока нет. Вот хочется, чтобы тоже было. Вот, в некоторых городах делают квест с какими-нибудь животными, я уже рассказывал, ставят QR-код. И надо идти по номерам, по разным памятникам культуры или архитектуры, истории. Тут вот таблички на домах. Можешь также отсканировать, сразу прочитать, что это за памятник. Поедем дальше. Время не ждет. Привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На своем канале я рассказываю о путешествиях по Украине, о хендмейд-мастерах, о своих любимых хобби, о своих друзьях. Знакомлю вас со своими приятелями, друзьями, их увлечениями, со своей интересной работой, хобби, со своей дочкой Евгенией. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего новенького. Меня это очень мотивирует для создания интереснейшего контента. Рад каждому из вас. Спасибо, что смотрите мой канал. С вами Любомир Борода. Подписывайтесь, не пожалеете.
Мы приехали в Меджибош. Меджибошская крепость. Очередная точка нашего путешествия. Женя говорит, что ей уже надоели крепости и замки. Мы тут уже второй раз. Первый раз мы ехали как-то тоже с какого-то экскурсионного тура с компанией «Лидер Тур» и заезжали сюда просто глянуть. Здесь проходил какой-то фестиваль байкерский, стояла сцена. Вот, вот на этом месте, помню, были пивные палатки, также туалеты. Вот, а там дальше прямо, сейчас покажу, были развалины. Вот. Мы так по ним немножко полазили, нас пустили и мы уехали. Сейчас уже развалины вот эти закрыты, по всей видимости, на реконструкцию. Поэтому туда мы уже пройти не сможем. Вот они. В прошлый раз там можно было полазить так неплохо. Круто там. Круто? Фу. На вид посмотри. Классная башня. Плохо, что такое окна грязные. Но тут ты уже вниз? Женя, осторожно так. Это вот туда мы сейчас поднимались. Мы снова в Виннице. Специально приехали в Винницу, чтобы побыть здесь побольше. Вот. Но на улице так жарко, что мы отдохнули пару часиков в гостинице. А сняли себе здесь квартиру. Вот. Пару часиков отдохнули в квартире и решили все-таки выбраться. Но идем, и достаточно так жарковато. Поделиться с вами одной очень приятной для меня новостью. Просматривая буквально вчера свой YouTube аккаунт на какой-то хмельницкой заправке, вот, я обнаружил, что перешел порог 10 тысяч подписчиков. Это очень значимый для меня результат. Я благодарен каждому из вас, что подписываетесь, что смотрите, вот, и очень надеюсь, что дальше будет больше. Первые 1000 подписчиков я сделал в конце декабря прошлого года. Вот сейчас август, у меня 10 тысяч. Я очень рад. Спасибо вам всем большое. Вот мы и покидаем Винницу и направляемся в сторону дома. Сейчас сниму немножко деньжат и погоним. Ну что, скажем Виннице до свидания.
Будем прыгать с троллея Мигеевского. Он тебе сейчас расскажет наверху. Он дает инструктаж. Передавай привет Ивану Ивановичу. Иван Иванович, здрасте. Жень, как ощущения у тебя? Нормально. Не страшно? Позвони, пожалуйста, мне по телефону. Опускаемся по ступенькам на самую крайнюю. На случай, ниже опускаемся. И все, вторую ногу тоже туда ставим. Если готовы, присели и поехали. Готовы? Да. Сели, уехали. Не испугалась? Нет. Тут красиво, да? Вы успели рассмотреть хоть достопримечательность? Да. А это хорошо. Как ощущения? Это нельзя словами описать. Это было безумно, нереально, охеренно. Это было очень круто. Вообще. Мега троллей. Мы в Николаеве. Женя, ты довольна приехать домой? Довольна. Так как и обещал, проведем розыгрыш браслетов. Первым давайте разыграем браслет вот этот вот с хищником. Вставляем ссылку на видео. Жмем «Мне повезет». Всем вот так привет. Итак, Важницкий Георгий. Сейчас перейдем к нему в профиль. Посмотрим, есть ли у него... Репост, да, репост есть. Георгий, я тебя поздравляю. Вот, ты победил и выиграл вот этот самый браслет. Я с тобой свяжусь, и мы оформим процесс пересылки. Так, и давайте сразу же определим еще одного победителя на браслет вот этот. Так, жмем опять «Мне повезет». Андрей Пось. Сейчас посмотрим профиль Андрея. Так, вот он. Репост есть. Андрей, я тебя поздравляю, с тобой свяжусь. Спасибо за участие. В ролике про Porter Pub мы разыгрывали 3 литра пива от Porter Pub. Давайте сейчас узнаем победителя. Так, подгружаем видео, жмем «Мне повезет». Выиграю, зайду в этот же паб, чтобы никто не заморачивался с пересылками. Так, Facebook, вот пост, лаки 13ос. Давайте посмотрим. Есть, вот Александр Осиков. Александр, поздравляем тебя, передадим твои данные в Porter Pub. Соответственно, я с тобой свяжусь и сходи обязательно зацени это пивко. Поздравляю тебя еще раз.